Июльские события на азербайджано-армянской границе являлись запланированными. Об этом в интервью передачи «Глобальная дискуссия» с Анастасией Лавриной сообщил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута. Анализируя имеющуюся информацию, считаю, что июльские события являлись запланированным актом армянской стороны, направленные на то, чтобы захватить стратегическую высоту. В рамках Хельсинского акта была договоренность о неприкосновенности границ. Границы нужно уважать. Ситуация с Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами вызывает беспокойство, и эту проблему нужно решать. По словам бывшего посла, попытки расширить конфликт вызывают тревогу Вашингтона. Роберт Секута также отметил, что США необходимо продолжать работать в направлении решения этой проблемы, так как ситуация представляет риск для всего региона. Эльдар Расулов, CBC.